9 мая на верхней террасе Центральной набережной будут работать особые тематические площадки. Куда пойти и что посмотреть, читайте на портале МТВ. В Волгограде реконструируют здание государственного цирка. Служба заказчика планирует обновить строительные конструкции, а также установить современное световое и звуковое оборудование. У природы нет плохой погоды, уверены метеорологи и синоптики. О секретах своей работы специалисты рассказали в программе «Профессии и люди». Герои труда Волгоградской земли. Журналисты МТВ рассказали о людях, чей трудовой подвиг золотой нитью вписан в великую историю России. А также какой продукт поможет снизить тягу к сладкому. О чудо-свойствах граната рассказала врач-диетолог. И чем может быть опасна домашняя кошка? Об этом и не только. Читайте и смотрите на портале mtv.online.